Добрый день, друзья! Меня зовут Наталья. Приветствую вас на своем бьюти-канале. Сегодня у меня специальный выпуск, небольшой такой обзор по каталогу Faberlic номер 17, который начал действовать как раз-таки с 14 ноября 2020 года. А почему я хочу именно сделать этот обзор? До этого я не делала обзоры каталога, но вот сейчас хочу как бы обратить ваше особое внимание на этот каталог. А что же он чем достоин? Во-первых, это предпраздничный каталог. Как видите, само уже оформление и написана атмосфера праздника. То есть мы готовимся к главному празднику. Это новогодние подарки закупаем. То есть как бы формируем свой бюджет на какие-то подарки, которые мы заранее можем с вами приобрести не в последний день. И как раз-таки вот этот каталог и изобилует именно всеми новинками и то, что вот вообще в каталоге очень много скидок, все каталоги классные и всегда здесь скидки огромные, но именно этот достоин своего особого внимания, потому что здесь столько новинок, сколько до этого не было в других каталогах. Обычно там 1-2, там 3 новинки, а здесь просто с самой первой страницы и чуть ли не треть каталога — это все новинки. Давайте с вами посмотрим, полистаем. Итак, период действия каталога номер 17 с 14 ноября по 27 ноября, всего 2 недели. Обратите внимание, особое — это маленький срок, обычно 3 недели. Этот у нас 17 каталог идет 2 недели, поэтому раскачиваться некогда. И нужно сразу, как говорится, листать каталог и брать, пока есть продукция на складе. А самое интересное для тех, кто еще не является зарегистрированным покупателем Faberlic, но хочет покупать продукцию со скидкой сразу от 20%, шикарная акция для новых покупателей. У меня будет под этим видео ссылочка, пожалуйста, проходите, регистрируйтесь, регистрация бесплатная и шикарные подарки. Это парфюмерная вода для тех, кто любит ароматы Востока. Обязательно обратите на это внимание, и вам очень это понравится. Здесь парфюмерная вода на выбор. То есть одну из 4 вы получите себе в подарок. Шикарный. Такое очень редко бывает в каталогах, потому что обычно как бы подешевле бывают продукты для новичков. А здесь стоит особое внимание на это обратить. Давайте мы посмотрим в каталоге описание. Что же это вообще такое интересное? То есть это вот именно магия Востока, восточные ароматы. Здесь идут это масляные духи, но в подарок идут как раз-таки вот эти 4 парфюмерные водички. Итак, смотрим. Синенькая парфюмерная вода для женщин. 50 мл объем, амбровый восточный аромат. Основные ноты: кофе, золотая амбра, пудровый мускус. Зелененькая, цветочно-фруктовый, мускусно-ванильный аромат. Ну, скажем так, он наиболее популярный среди консультантов, покупателей, кто любит. Он более такой облегченный, если можно так сказать, про ароматы Востока. Итак, смотрим. Цветочно-фруктовый, мускусно-ванильный аромат. Также объем 50 мл, основные ноты – это марокканский апельсин, жасмин, самбак и мадагаскарская ваниль. Розовая, древесно-цветочный, ориентальный аромат с нотами граната и розы. А парфюмерная вода, также 50 мл объем, основные ноты: дамасская роза, гранат и эбеновое дерево. И вот это черненькое, это уже для мужчин, то есть 3 парфюмерной воды идут женские в подарок, и одна идет представителям сильной половины человечества. Древесно-пряный аромат с нотами свежей мяты. Объем у него, обратите внимание, у мужского аромата 100 мл. Основные ноты – это кардамон, марокканская мята и удовое дерево. То есть шикарные композиции. Вот 1 из 4 водичек новые покупатели могут получить себе подарок при регистрации в компании Faberlic. Ссылочка в описании на регистрацию. И
пожалуйста, регистрируйтесь, как раз покупайте нужную продукцию, и вам подарок. Одна из четырех парфюмированных, вот, ароматы Востока. Итак, начнем. Давайте пролистаем. Что же нас здесь ждет? Итак, символ следующего года – это у нас заяц или кот. По восточному календарю, и здесь, конечно же, тематика – кружки с зайцем, термос с зайцем и магнитик. Следующие у нас идут – это фартуки детские и взрослые фартуки, прихватка, рукавица-прихватка для кухни и просто прихваточки. Также с тематикой зайчика для сервировки, для праздничной сервировки. Очень интересный, посмотрите, набор, столовые приборы, изысканное сияние переливается, ну такая голография, да. Праздник у нас, как и фейерверк, точно так же разноцветные такие радужные переливы. Посуда. Посуда мне очень нравится. Она хорошая, качественная. Здесь она из фарфора, то есть достойная. Пример сервировки. Также идет дорожка на стол, которую мы видим здесь сервировочная, на сервировочном столе. И здесь она отдельно стоит 899 рублей, минус 20% при регистрации, того еще меньше. Плед. Плед идет также. Аэрософт, мягкий, уютный плед. А здесь идет у нас гирлянда со светодиодной, называется «Звезды». 499 рублей. А сколько у нас гирлянда идет? Длина 4 метра 90 сантиметров, 4,9. То есть работает от батареек, вот такие вот звездочки. Что мне понравилось? Мне понравились носочки. Посмотрите, женские носочки, несколько цветов. Конечно же, я буду брать, буду тестировать, обязательно себе закажу с котами, с медвежонком, с оленями. Жаккардовые, тоненькие. И у них, обратите внимание, 70% шерсти. То есть теплые, хорошие носочки. Шерстяные носки просто однотонные, разных цветов. Здесь синий, бордовый, изумрудный и серый меланж. Здесь рыжий, синий, белый меланж. А здесь уже идет жаккард синий, зеленый или красный. Выбираем у котят, у кошек бордовый и синий. Тапочки взрослые на любой размер и детские. Здесь есть тапочки для девочек, есть с коалами. Вот такие вот женские леопард. То есть те, кто любит вот мягкие тапочки, пожалуйста. Размеры 36, 37, 38, 39, 40, 41. Вообще обувь Faberlic соответствует своему размеру. То есть я, если ношу 38, то я и покупаю 38. Все нормально. А вот веселые такие зайчики, пингвины. Это у нас идут крем для рук. Любой всего 99 рублей. Гели также с новогодней тематикой. Также за 99 рублей. Нежная густая пена. Не пересушивает, мягко очищает кожу. Ну, смотрите, здесь у нас и зайцы, и тигры, и снеговики, и пряные домики. В общем, на любой вкус 5 разных ароматов. А вот этот вот шампунь-бальзам 2 в одном для всех типов волос. Домашний джем. Детская 3+. Мне очень понравилось. Мыло фигурное. Смотрите, в подарок можно, да, взять и там, например, гель купить и мыло в подарок. Здесь это у нас соль для ванны идет и бурлящие шарики. О, бурлящие шарики вообще дети любят. Наверное, надо будет взять. 3 разных бурлящих шарика. Сочный мандарин, лимонный бум и новогодняя сказка. Такие вот. А вот этот зайчишка, посмотрите, какой прекрасный зайчишка. Фигурное мыло. Причем оно идет бонусом. Фигурное мыло за 79 рублей при покупке по каталогу на сумму 499 рублей. То есть если скидка 20%, и того дешевле получается. Фигурное мыло идет бонусом. При основных покупках. Вот эта страничка требует особого, скажем так, внимания, потому что у нас начались холода, а перепады температур очень плохо воздействуют на кожу лица, как на нашу, тем более на детскую кожу. Поэтому обратите внимание на серию «Зима». Она так и называется. Это кремы, которые специально созданы для защиты кожи лица от мороза, ветра. Интенсивно питает, увлажняет кожу в период холодов.
Есть просто крем для лица 50 мл, есть ультрапитательный крем для лица, рук и тела. То есть он такой универсальный, у него уже объем идет 150 мл. Причем содержится 6% масла ши. Здесь в креме 4, здесь видите, вот 2%, как раз он поэтому ультрапитательный. И крем для рук. Крем-концентрат для рук, 75 мл объем. И, конечно же, бальзам, зимний бальзам для ухода за кожей губ. Вот такой вот веселый зайчишка. Надо вот мне будет себе тоже какой-то из них приобрести. Здесь у нас идут ароматерапии. Новый аромат, конечно же, зимний, цитрусовый. Я думаю, чтобы именно, как вот и здесь, например, мыло для кухни, саше для белья и акваспрей воздух. Это, конечно же, у нас идет новогодний, хотите новогодний такой апельсиновый, мандариновый, в общем, цитрусовый аромат, разбрызгивать и чувствовать уже наступление праздника. Дальше идут уже не новинки, а просто продукция. Вот новинки, например, для дизайна ногтей, наклеечки, подарочные пакеты. Смотрите, календари на следующий год, карманные календарики, настольные календарики, ну и большие такие навесные календари на стену. И, конечно же, для красивой упаковки подарков, смотрите, какие пакеты, бумажные подарочные пакеты. Причем здесь зайчишки, здесь пироженки, ну вот такие вот просто универсальные. А вот эти коты мне вообще прям очень нравятся. Я люблю котов, кошачью тему. Мне очень нравится такой пакетик. В общем, они разных размеров. Самый маленький 11. Да, вот, наверное, вот этот вот 11,5 на 17,5. Ну вот самый большой, сейчас скажу, 23, 24. 24 на 30, во, это вот эти вот большие. То есть они тут всяких разных размеров, нужно смотреть по каталогу. Серия гиалуроновая, мне очень понравилась, я тогда тестировала как раз новинку и в восторге. Вот, в общем, здесь как бы совсем очень-очень много всего. Он огромный каталог Faberlic, поэтому по каждому... Нет смысла останавливаться, а вот только новинки я хотела вам осветить. Новинки также вот новая обновленная упаковка. У меня есть видео, я тестирую суперобъемную тушь для ресниц «Ваш Оскар». Все то же самое, только поменялась упаковка. И, ну и цена, конечно же, вкусная и сладкая, 449 рублей. Вот это еще не пробовала. Надо будет моделирующую тушь также главная роль себе заказать. В новой упаковочке те, кто давно ей пользуется, те знают преимущества ее. А что здесь еще появились? Подгузники. Видите, серия вообще для малышей от 0. Здесь есть у нас и подгузники, и трусики Макси, и просто миди. То есть это вот совсем прям для малышей новиночки. 99,9% натуральные ингредиенты. То есть абсолютно безопасное средство. Детское масло для ухода, детский крем под подгузник, нежный детский гель для очищения кожи и детский шампунь-гель. Смотрите, какие интересные веселые барашки. Барашки, пингвины, в общем. Давайте дальше будем листать потихонечку. Тут очень много всего. Огромный, я говорю, выбор в каталоге всегда. И очень много скидок. То есть вся продукция, есть что выбрать. Тут глаза разбегаются, потому что вот листаешь. Вот 150, а я еще даже половины не прошла. 151 страница. Ну и вот. Так что его нужно листать. Ссылочка на... онлайн-каталог, это wellness-продукция, будет у меня под видео. Посмотрите, здесь и продукты, и приправы, и посуда. То есть все. Все, что нужно. И средства для дома, и для стирки белья, и концентрированные гели, и пятновыводители, отбеливатели. В общем, здесь и для духовки, вот все для дома. Смотрим. И влажная туалетная бумага.
есть очень удобное, причем можно смывать в унитаз, биоразлагаемое, компостируемое. То есть вот такая очень удачная бумага. И одежда есть, посмотрите, новая серия, теплая одежда. И сейчас, подождите, водолазочки здесь, и мы сейчас дойдем с вами до колготок. Колготки здесь есть теплые. Что вот, например, колготки в рубчик. И черный, и серый меланж, и коричневый. То есть все, что нужно. 52% хлопок, полиамид и эластан. Ну, здесь эластиковые, здесь нижнее белье. А вот посмотрите новиночки из нижнего белья, да? Новогодний набор трусиков для женщин. Посмотрите, как интересно. 3 штуки разных размеров и разных, конечно же, рисунков. Вот они тут и красные, и синие, и красно-бело-синие. А мужские носочки. Ну, здесь хлопковые мужские носочки. Женские были шерстяные, а здесь хлопковые носочки. Также 3 пары за 749 рублей. И здесь что у нас? А здесь детские у нас. Новогодний набор трусиков для девочек. Детские. Вот надо мне купить. Купить и протестировать. Разных размеров. Волшебная зима, новогоднее чудо. Ну вот, в общем, и для всех, для всей семьи. И посмотрите, у нас есть термобелье. Взрослое термобелье. То есть футболочка с длинным рукавом, водолазка. И детские, то есть мужская, женская. Здесь лосины. И для мальчиков синие, для девочек розовое. Утепленное термобелье с начесом для детей. Размеры от 104 до 158. Это детские. Футболки отдельно, леггинсы отдельно. Кальсоны для мальчиков. То есть сейчас вот для зимы самое то брать. Ну и мимишные образы. Ну такие, да, такие плюшки. Плюшевые. Пена для ванной серии Beauty Cafe. Ну, Beauty Cafe это вообще отдельная тема. Там такие вкусняшки всегда суперские. Серия Ботаника пополнилась большим объемом. 400 мл. Это гели для душа. А здесь у нас нежность и шелковистость, вишневый цвет, антистресс, фиалка и мелисса, свежесть и баланс, зеленое яблоко и мята. На этой странице у нас уход и релакс, василек и барбарис, и пион и черная смородина. Не знаю, какую взять, потому что гели закончились, и у меня нынче большой будет заказ. Серия Ботаника натуральная, 90% натуральных ингредиентов натурального происхождения, те, кто любит. Мне надо будет гель для лица взять из этой серии. Тоник у меня был, и тоник надо будет взять. У меня тоник на исходе, и вот и гель для умывания возьму себе. Тоник мне понравился, возьму себе теперь и тоник, и гель из серии. И также вот у нас Ботаника, шампунь для сухих, поврежденных и секущихся волос. Объем 400 мл, 199 рублей. Наверное, вот этот возьму. Или крапиву. Сейчас дойдем до последней странички. Народный выбор. Народный выбор для красоты волос. Действительно, несколько каталогов назад компания Faberlic объявила для всех консультантов выбор, какой продукт сделать новинкой. И я помню, я голосовала, что нужен был шампунь из крапивы. Там был, не помню, несколько было выборов. Ну и вот народ выбрал шампунь. Крапивный шампунь. 95% ингредиентов натурального происхождения. Крапива и алоэ. То есть два разных. 380 мл. Объем шампунь для всех типов волос. Надо протестировать, купить. Все-таки, раз уж я проголосовала за это, надо будет и это дело купить и протестировать. Совместная разработка с лидерами и консультантами Faberlic. Это действительно было. Это было очень приятно, когда компания обращается к консультантам. И как бы воспринимает желание и в продукт, воплощает эти желания в продукт. Новый дизайн, и это крем для рук. Смотрите, какой интересный. Шиповник, алоэ вера и облепиховые такие ягодки интересные. Тоже вот 50% любой продукт, крем для рук. 99 рублей любой крем.
и перчатки увлажняющие для рук. Ну и вот этот вот шампунь-то надо будет взять какой-нибудь или тот и другой протестировать. Здорово, очень приятно. Итак, у меня был коротенький обзор. Еще раз обращаю внимание, для новых покупателей акция, кто еще не Фаберлик и кто раздумывает или уже принял решение, пожалуйста, проходите по ссылочке, регистрируйтесь, регистрация бесплатная, причем шикарный подарок. Это восточный аромат. Парфюмированная вода в подарок за рубль при заказе на 1499 рублей из каталога. Вы получаете в подарок на выбор одну из четырех. Три женских и одна мужская. Все. До новых встреч. Такой вот коротенький обзор предновогоднего номер 17 каталога. Хотела я про него сделать обзор, и я его сделала, потому что это достойный каталог, который стоит особое внимание обратить и полистать его вместе с вами. Все, приятных вам покупок. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии свои пожелания. До новых встреч. Пока-пока.